Здравствуйте, меня зовут Макарова Надежда. Уже более 3,5 лет я работаю педагогом раннего развития в детском центре «Точка роста». Я хочу представить вашему вниманию проект «Безопасность – это важно». В данном проекте на первое место выступает одна из социально значимых проблем современного мира, проходящая красной нитью через все сферы жизни детей дошкольного возраста. Это их безопасность жизнедеятельности. Основной и главной задачей данного проекта является включить в работу с детьми дошкольного возраста такие методы, которые будут способствовать не только получению полезной информации по развитию безопасного поведения дошкольников, но и стимулировать проявление детской инициативы и самостоятельности, формировать у дошкольников умение применять полученные знания и навыки на практике и в реальной жизни. В данном видео представлены фрагменты моделирования различных ситуаций. Транспортное средство на дороге. Ребята, сидя на стульях, выполняют движение крупномоторной частью двигательного аппарата под веселую музыку, имитируют движение автобуса по дороге, тем самым повышая уровень своей физической активности, а также эмоционального состояния, которое является основной составляющей здорового образа жизни дошкольника. Светофор на дороге. Что, зачем и почему? Итогом данной ситуации является вывод. Как только ребенок выходит на улицу, пусть будет городским Маугли, осторожным, информированным и внимательным. Красный свет дороги нет, желтый подождите, а когда горит зеленый, смело выйдите. Новизна проекта заключается в формировании у детей через полезную игру следующей концепции, что безопасность – это еще и ответственное и бережное отношение к своему собственному здоровью. Данная концепция формируется посредством позиции, что такое хорошо и что такое плохо в контексте здорового питания и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.